Итак, оливье готов. Я напомню, какие ингредиенты у нас есть в оливье. Это картошка, морковка, яйца, маринованные огурцы, зеленый горошек, чуть-чуть лука, чуть-чуть зеленого яблока, чуть-чуть свежего огурца и мясо. Мясо может быть разное. Я сейчас положила ветчину. Но можно положить курицу, говядину. Но я так не делаю, и я не знаю, это хорошо или нет. Но я обычно кладу ветчину или вареную колбасу, докторскую колбасу. Она так называется, докторская колбаса. Вот это с советских времен, с советской эпохи, с эпохи Советского Союза, СССР. Такая докторская колбаса. Вот. И вот оливье готов. Мы порезали все ингредиенты на очень маленькие кусочки. Если вы не хотите резать, мучиться на маленькие кусочки, можете порезать на нормальные кусочки. Но я люблю маленькие, потому что тогда оливье получается очень нежным, нежным на вкус. Вот, и я сделала майонез. Можно купить майонез в магазине, но я сделала сама. И сейчас я положу немного оливье в красивую небольшую салатницу и добавлю майонез. А остальной салат уберу в холодильник, чтобы салат можно было есть завтра и послезавтра. Кладу оливье в небольшую салатницу. Я кладу столько оливье, сколько сегодня я, моя дочь и мой муж сможем съесть сегодня. Вот столько, наверное. Может быть, чуть-чуть поменьше, а я уберу. Немного уберу. Ну, да, вот столько мы, наверное, съедим. И добавляю майонез. Перемешиваю, перемешиваю, и салат готов. Вот оливье. Это очень-очень-очень вкусный салат. И сытный зимний салат. И это, конечно, новогодний праздничный салат. Я делаю этот салат один раз в год. Только на Новый год. Потому что очень много ингредиентов. Очень долго резать. В общем, рецепт
непростой. Рецепт, ну, не сложный, но долго. Очень-очень долго делать. Но это вкусно. Это вкусно. И это символ Нового года. Символ. Этот салат на первом месте среди блюд. Блюда на праздничном новогоднем столе. Попробуйте сделать, приготовить такой салат. Может быть, вам понравится. Спасибо. Пока-пока.